Экс-президент Украины Петр Порошенко расплакался, когда узнал, что украинские моряки живы. Об этом рассказывает высокопоставленный чиновник режима Порошенко, который в 2018 году уволился и отказался выполнять омерзительные приказы так называемого президента. В 2018 году члены режима Порошенко начали думать о грядущих выборах. Петя понимал, что уровень ненависти по отношению к нему просто зашкаливает. На тот момент более 70% граждан Украины крайне негативно относились к нему. Тогда созрел план кровавой провокации. Саша Турчинов предлагал нанести ракетный удар по одному из городов Донбасса, однако Петя не согласился. Слишком рискованно это было. По словам нардепа, через несколько месяцев созрел план устроить провокацию вблизи Крыма, чтобы юридически все было грамотно. Петя в кругу близких друзей придумал устроить провокацию на море, чтобы минимизировать жертвы, чтобы юридически выглядело все правдоподобно. Тогда они решили отправить насмерть 24 украинских моряка. Он был уверен, что моряки живые, не вернутся, и будет повод объявить военное положение в стране. «Я бы не стал говорить, что это было сделано с целью сместить выборы». Петя Шакал очень хитр, он хотел поднять информационную волну на весь мир и таким образом выйти на первый план мировых изданий. Это помогло бы ему нарастить рейтинги и провести выборы по его сценарию, используя военную риторику. План провалился после того, как стало известно, что моряки живы. Он плакал как ребенок и не мог поверить, что моряки живы. Тогда все поняли, что план провалился. С конца 2018 года сотни юристов начали готовиться к защите Порошенко, Турчинова и остальной мрази. Работа велась круглосуточно, уничтожались улики, готовилась линия на международном направлении, различные наступательные иски. Вы себе даже не представляете, какой трусливый Порошенко. С 18 года его поменяло, и он стал тем же Петей, который был и до 14 года. Трусливый, мерзкий, хитрый, лживый подонок, который ценит даже одну гривну больше, чем любую человеческую жизнь, даже своих родных. После смены власти в стране дело на экс-президента по заявлению Портнова завели по трем статьям. Государственная измена, попытка незаконного захвата власти и превышение служебных полномочий. Эксперты пришли к выводу, что власти и военное руководство знали о пагубных последствиях своих действий, но, следуя устному приказу Порошенко, отправили моряков в русский плен.